Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем с вами изучать произведение Мольера «Мещанин во дворянстве». Комедию он написал в 1670 году. Я надеюсь, что вы уже прочитали о комедии. Это есть у нас в учебнике. Так, комедия «Мещанин во дворянстве». Давайте проведем сразу в начале урока словарную работу. Да? Мещанин. Кто такой мещанин? Человек, принадлежавший городскому ремесленному торговому слою населения городской мелкой буржуазии. Дворянин. Да? кем старался стать ведь, да, наш герой? Дворянином. Дворянин – лицо, принадлежащее к дворянству, привилегированному сословию землевладельцев – помещиков. Слово «дворянин» образовано от существительного «двор» в значении «монарх», «царь», ну, «император» – это уже так в скобочках, да? «его семья и приближенные к ним лица». Вот он почему старался показаться, да, как дворянин. Первое представление комедии было дано в королевском замке Шамбор – 14 октября 1670 года. Непосредственным поводом написания комедии было указание Людовика XIV, данное Мольеру, высмеять турецкие церемонии, создать на них пародию, так как он был оскорблен. Оскорбленный заявлением турецкого посла о том, что на лошади его повелителя больше драгоценных камней, чем на короле Франции, Людовик сперва велел засадить турка под домашний арест, а затем выслал его из Франции, устроил такую своеобразную месть, что попросил Мольера высмеять. В театре Пале-Рояль Комедия была показана 23 ноября 1670 года. Роль господина Журдена исполнял Мольер. Первый русский перевод комедии был выполнен Свистуновым и издан в 1761 году. Первая постановка 25 января 1756 года в Российском театре в Санкт-Петербурге. Так действующие лица: господин Журден, госпожа Журден, жена его, Люсиль, дочь, так Клион, влюбленный в Люсиль, Доремена, маркиза, Доран, граф, влюбленный в Доремену, Николь, служанка Журдена, Кавьель, слуга Клионта, учителя музыки, учитель танцев, учитель фехтования, учитель философии. Все они будут посещать. Дом господина Журдена. Портной, ученик портного, двое слух, действующие лица балета. Вот мы познакомились с вами с действующими лицами пьесы. Более трех столетий не сходит с театральной сцены. Это красочная, бытовая комедия. Она бытовая, но какая хорошая, какая интересная. Главный герой пьесы – господин Журден. Он – богатый буржуа, стыдящийся своего низкого происхождения. Во что бы ты ни стало, хочет он стать аристократом. Посмотрите, что он говорит. «Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом». Ну разве так можно? Он нанял учителей, заказал костюмы, одел лакеев в ливрии, и все должно быть таким, как у аристократов. «Мой портной уверяет, — говорит он, — что вся знать по утрам носят такие халаты». Вот вы знаете, ребята, и приходящие гости узнавали о том, что он глуп и смешон, и каждый кого-то предлагал, каждый что-то предлагал, и он с удовольствием это выполнял. Оказывается, чтобы стать аристократом, обратите внимание, музыка и танцы, чтобы стать аристократом, надо еще научиться музыке и танцам. Музыка и танцы, музыка и танцы – это все, что нужно человеку. Вот ему сказали, и он это повторяет, да? «Внушаю Журдену, почувствующий добычу, проходимцы учителя». Так. Вот наука фехтования. Давайте сначала порассуждаем, зачем ему это. Но так как ему сказали, что вот этой наукой он тоже должен овладеть и уже, может быть, тогда будет дворянином, смотрите, наука фехтования выше всех прочих бесполезных наук уверяет учитель фехтования. Вот почему бесполезных? Смотрите, стало быть эдаким манером каждый человек и даже не из храбрых может наверняка убить другого, а сам останется цел, радостно удивился Журден. Он даже не понимает, зачем это, как можно убить. Да и... Так, советы учителя философии – это вообще интересно. Учитель философии предлагает богачу изучить логику, этику, физику. Так, связь. Но ему лишь надо узнавать по календарю, когда бывает луна, а когда нет. Вот и все. Советы учителя философии, конечно, очень интересные. Учителя на перебой дурачат Журдена, пользуясь его невежеством и доверчивостью. Чтобы произнести звуки и, нужно еще больше сблизить челюсти. Посмотрите на картину, как он показывает это, и Журден это потом с удовольствием повторяет, еще показывает свои, своим слугам и жене. Ну, конечно, все над ним смеются. Нужно еще больше сблизить, сблизить челюсти, а углы рта оттянуть к ушам. А, е, и, и так господин Журден повторяет. А Е, И, И, И. Верно. Да здравствует наука. Господин Журден, честное слово, я и не подозревал, что вот уже более 40 лет говорю прозой. Ребята, учителю философию он попросил Журден написать письмо женщине, ну, на которую он обратил внимание. И учитель философии его спрашивает, а письмо написать в лирике или прозой? Он же не понимает, что такое лирика, что такое проза. Потом учитель философии ему это объяснил, и вот он говорит, а я даже не понимал, что я все 40 лет говорю прозой. Стремясь попасть в высшее общество, Журден заводит знакомство со светским мошенником обедневшим графом Дорантом, который беззастенчиво грабит глупца и вдобавок издевается над ним. Ребята, прочитайте, вот вы увидите, как Дорант над ним... Ой, как он его обманывал, брал подарки, передавал его любимой женщине от своего имени. Молодец. А Журден не скупился, дарил бриллианты. Дорант, господин Журден за столом в кармане в карман не лезет, но вы даже не замечаете, маркиза, что он доедает все кусочки, до которых вы дотрагиваетесь. Он пригласил их в гости к себе, а жену в это время отправил к матери в гости. И когда она пришла и увидела этих гостей, ой, какой поднялся шум в доме. Сцены посвящение Журдена в «Мама Муши» – это отдельная сцена, ребята. Кульминация комедии – вот эта вот сцена, когда его посвящали в «Мама Муши». И в то же время дань существовавшей тогда моде на восточный колорит. «Мама это самый почетный сан, какой только есть в мире – вы станете в один ряд с, наиз, с наизнатнейшими вельможами уверяют тщеславного сумасброда хитрый кавилье. Ребят я вам специально не рассказываю вот эту вот изюминку, да, что решили сделать молодые? Вот они и посоветовали ему, что надо обязательно стать почетным саном, мамамуши, поиздевались над ним, потому что знали, что он стремится да, вот к этой пустоте наверх. Господин Жур Журден говорит жене, «Я теперь мама муши, госпожа». Это еще что за дверь, за зверь? Журден, мама муши по-нашему, паладин. Госпожа Журден, Бал балдин, балда, ты и есть балда она всегда чувствовала, что муж стремится да, не туда. Малер достигает блестящего мастерства в построении диалога. Помните сцену выяснения отношений Люсиль и Клеонта, Николь и Кавьеля? Посмотрите, ребята, Люсиль, а чего вы такой грустный, Николь? Чего это ты надулся? Люсиль, вы утратили до речи, Клеонт? Николь, у тебя язык отнялся, Кавьель. И Клеон, посмотрите, Кавьелю, да Ага, поняли, что натворили Кавьель Клеонту. Знают, кошки, че мясо съели. Посмотр... Ребята, но ну, вы прочитаете по учебнику еще полный диалог, и, конечно, поймете, чё, о чем идет речь. Герой комедии не замечает, что стал предметом насмешек и откровенного надувательства, в котором участвуют и близкие ему люди. Господин Журден, иди сюда, дочь моя, подойди и дай руку этому господину, который делает тебе честь, что сватается за тебя». Характеристика господина Журдена. Ну давайте, вот он уже и сватает дочь. Ребята, вы прочитаете, я специально про, про это не рассказываю. Это очень интересная сцена. Но давайте мы посмотрим характеристику. Мы поняли, какой он тщеславный, тщеславен, упрям, наивен, безволен, простодушен, расчетлив и безрассуден наш уважаемый. Журден. Посмотрите на него. Так, ну что такое тщеславие? Это вот я вам, да, на всякий случай, думаю, давай проведу еще одну маленькую словарную работу. Стремление прекрасно выглядеть в глазах окружающих. Потребность в продвижении своего превосходного, пустое, высокомерие кичливость, желание быть предметом славы, почитания. Смежными понятиями являются гордыня, спесь, звездная болезнь. Ведь он же к этому стремился. Оценка Белинского. Русский критик Белинский отмечал историзм его комедии. Комедии Мольера, сатиры – в драматической форме, сатиры, в которых резкое остроумие перо его предавало на публичный позор невежество, глупость и подлость. Они имели сильное влияние на современников, следовательно, имеют историческое значение. Вот так высоко оценил комедию Мольера наш Виссарион Григорьевич Белинский. Ребята, домашняя работа. Прочитайте обязательно по учебнику «Мещанин в дворянстве». И ответьте на вопросы на странице 209. Если вы прочитаете, ребята, то вам будет очень легко ответить на вопросы. На сегодня наш урок закончен. До свидания.